Папа Карло несчастен был очень, не богат, не здоров, одинок. Не поправишь судьбинушку дочкой, не помог бы тут даже сынок. Женской ласки, тепла и внимания захотел ближе к пенсии он. Беспорядок, плохое питание, и решил он, как пигмалион, изваять для себя Галатею. Да вот с камнем не дружен он был, и шикарную эту идею он в бревне для себя воплотил. Только к старости зренье упало, и ручонки маленько дрожат. Даже сам испугался сначала, рассмотрев свой полуфабрикат. Ножки жуть и кошмарный носяра, и с ушами он сладить не смог. Беспардонным перпендикуляром между ног затесался сучок. Сжечь урода, да только вдруг видит деревянные глазки хлоп-хлоп. Замочить не сумел ни ликвида, как какой-нибудь там мизантроп. Дострогал, получился мальчишка нагловатый, но очень смешной. Вот такая случилась там фишка с деревянной папашей женой.